talking to them more. Мы едем на репетицию, будем repeat, будем петь, будем dance. Сейчас я буду шить Насте юбку. У нее есть вот такое платье. Оно очень круто блестит, но оно какое-то коротенькое. Поэтому вот здесь... Ой, елки-палки. Чуть люстру не снес. Мы сделаем вот такую огромную юбку из вот этого. Рукодельница на связи. Мне вообще нравится шить на полу. Хоть потом спина болит. Зато ощущение, что пол это твой огромный стол рабочий. Вот что получилось. Вот такой вот хвост. И она такая пошла. Тыц-тыц-тыц. Осталось пришпандорить к платью. Сейчас я буду играть на гитаре, а Настя на барабанах. Будь или не будь, делай же что-нибудь. Делай же что-нибудь. Ой, девочки, вы упали, я вас поймала. Мы приехали в торговый центр, чтобы купить пижамы для концерта. Но по итогу купили вот это. Привет, ребята. Давай, поцелуй влогов должны быть. Давай. Ой, господи. Привет. А вы к нам во влог попали случайно только что. Поцелуй влогов. Ребят, если вы нас где-нибудь видите, не подкрадывайтесь со спины, а то страшно. Мы пришли из магазина и по пути обсуждали, что у меня уже не кудрявятся сверху волосы. И как-то бы надо их подстричь, наверное. Мне так жалко. На самом деле сейчас монтирую это видео и просто в шоке от того, как это плохо выглядело. Видимо, из-за того, что волосы медленно растут, ты не замечаешь, в какой момент ты превращаешься в бомжа. Так что извините. Вот так, где-то по плечи. Но девочки об этом не знают. Посмотрим на их реакцию. Стричь буду филировочными ножницами, чтобы не отпороть себе все сразу. О боже, я рыдаю. У меня волосы, кстати, чтобы вы понимали, сейчас прям уже на лопатках. A few moments later. Слушайте, надо было раньше это сделать. На полу все в моих волосах. Раковина, просто жесть. А из этого можно что-нибудь свалять? Я помыл голову, сейчас посмотрим на реакцию Анастасии. О, круто, совсем другое тело, красавица. Так, а можно не жрать мою ногу прямо сейчас? Ты меня слышишь, собака? У нас бушвакер за каждым курьером сбегает. Ты куда убежал? Все, нет его, не успел ты его сожрать. Он сбежал от тебя. Пойдем. Всем приветик. Вчера снимал видео маникюр от подписчиков. И мне пришел костюмчик. Та-дам. На песню не спать. Медведь вот такой. А будет магия. Рар. Миненько, конечно. Но что вот это? Не, ну это трэш какой-то. Как я в этом выступать-то буду? На сцену выходит невероятная акробатка. А ты хочешь тоже на обруче? Обруч-то там будет? Да, я такой, я ее украл, но это не криминал. Я ее украл, но это не криминал. Да-да-да-да-да, пошел, нашел. Да-да-да-да-да-да-да. Молодец, да-да-да. Класс. Лена! А мы после репетиции перекусываем шаурму. И, кстати, место было такое чистое, и шаурма такая вкусная. Это шаурма, Лена, не вышла в 10 тысяч рублей. Все, сентябрь наступил! Это пранк! Привет, дружочек, пирожочек. Душа! Мы пришли из прогулки, и мне уже принесли новый кигуруми. Здорово, бандиты. На этот раз я заказал панду. О, вау, какой цвет. Надеюсь, это мне будет как раз. Перевоплощение. Тюх,
Та-дам! Это, слава богу, мне как раз. Один минус, у него очень большая дырка. Оцениваем пижамку в комментариях. Возвращаемся к платью нашему. По итогу мы решили, короче, не к платью приделывать юбку, а к поясу, потому что платье растягивалось. Всем привет, сейчас 3 часа ночи. Знаете, у популярных певцов свои личные микрофоны, и у многих певцов они блестящие или какие-то цветные. И мне всегда это так нравилось. Но мы будем на концерте петь не в свои микрофоны, но это не значит, что у нас они не могут быть блестящими. У нас все должно сиять. Поэтому у меня есть вот такая вот тряпочка. Я хочу сделать чехольчики для микрофонов на резиночке. И будет вот такой микрофон. Буша тебе помогает, и тебе так комфортнее. Видишь, он как бы... Обязательно надо вот так вот. Помогать. Помогатор. Обязательно надо вот так попой упереться, да. И помогать. Мне кое-что принесли. Вы все видели вот этого тролля. И теперь у него появился младший брат. Левая сторона обгорела. И чуть-чуть поджарился. Так же, как и в прошлый раз, я прошу вас писать в комментариях, как мы его назовем. Так вы первыми назвали. Антонио назвали. Антонио? Ой, Антонио. Я перепутал. А его зовут Ибрагим. Та-дам! Они как инь и янь. Но мне первый больше нравится. Два брата акробата. Но этот более живой такой, этот. А этот такой? Зомбак. Немножко А4. Да. Всем привет, ребята! Блин, Кобяков! Тобой я болен, я болен, я болен, я болен. Что-то вы здесь делаете? Мне нравится, как первую прибил от балды. Ни на что не ориентируюсь. Это хотя бы по этим полосочкам, да? Нет, у меня все между. Я просто так. И я теперь вот эти все пытаюсь как-то приблизительно сделать точно так же. Ну, понимаешь, ты поставишь свой стул, например, вот сюда. И он взорвется. Ненавижу курьеров, которые приходят рано утром. Мне принесли сегодня вот чё. Я так долго ждал. Я правда без понятия, как я вот это должен сейчас открыть. Там-та-та-там. Ура. Это неоновая вывеска с моим именем. Да ладно. Так, ну я ещё сам не видел. Включаем на раз, два, три. Вау! Издалека прям топчик будет. Я так рад. Когда-то я вязал вот этот свитер. Я уже в нем и выступал, и снимал. И мы не знали, что с ним делать. Но теперь у нас живет собака. И мы нашли ему новое применение. Теперь эту мисочку для собаки. Вот как больше нравится. Завтра концерт. Сегодня мы весь день дома готовим костюмы. Настя на платье из попыток немножко проплешивилась. Надо его подшить, чтобы на концерте не развалилось. Правой рукой махнула. Попыт полетел. Левой рукой махнула Simple Dimple. Ты же мой помощник. Какая вкусная нитка, правда? Очень вкусная, прям delicious. У нас примерка костюмчиков. А что я на видео как бомж выгляжу? Наш девиз 4 слова. Если вещь длинная, надо... Блин, еще раз. Наш девиз 4 слова. Если вещь длинная, надо отрезать. Если вещь длинная, надо отрезать. 5. Наш девиз 5 слов. Мы, как обычно, у нас концерт уже завтра, и мы не знаем, в чем мы пойдем, и поэтому мы сейчас все будем резать. Пожалуйста, поставь лайк на это видео, или дизлайк, напиши много комментариев, длинных, и поделись ссылкой на это видео. Мы прям на весу, потому что мы профессионалы. Да. От слова аналы. А дугу будем так, прям на глаз. Давай. У нас же глазомер идеальный, правда? Да. Смотрите, обалдеть! О май гад! Вот так будет выглядеть моя шикарная панама. А что такая высокая девушка? Заберем каршеринг. Вот так выглядят мои костюмы. Главное, чтобы их не перепутали с мусором и не отнесли на свалку. Ох, пошла моя юбка в разнос. Что ты украл? А что ты украл из моего чемодана?
Магазин закроется через 20 минут. Нам срочно нужно подшивать костюмы. И у меня сломалась последняя игла на швейной машине. Именно сегодня. Почему? Поэтому я как городская сумасшедшая. Это, знаете, как та женщина из мема. Я крашу волосы. Всегда хотел быть таким же самоуверенным, без комплексов, знаете, как она. И вот я сегодня иду в торговый центр с крашеной головой. Надеюсь, успеем. Микроинфаркт спустя. Я успел. У меня только что случился перегруз. Я так бегал, не знаю вообще, когда последний раз. В общем-то, в закрытый магазин просто я вбежал, меня уже выгоняли. Компьютер не прогружался, когда я должен был оплатить. Я думаю, ну все, сейчас мне скажут, извините, молодой человек. Касса закрылась. Спасибо огромное женщине, которая стояла на кассе. Я спрашиваю, какие иголки? Подскажите, какие иголки? Она говорит, меня попросили здесь 5 минут постоять, я вообще не шарю. Она говорит, я так и знала, что придет кто-то, кому нужна помощь. Я там начал хватать со всех полок все эти иглы. Помогла мне все равно. Спасибо ей большое. В общем-то, я все купил. Я очень рад. Я не сдержалась и стала блондинкой. Блондинка. А сейчас я иду красить эту фиолетовый. А точнее, меня будет красить персональный лучший парикмахер Настенька Кош. Волосы очень фиолетовые, сейчас еще высохнут, будет еще круче. The next day. Мы вот такие красивые, нарядные, выпердываемся на площадку. Смотрите, сколько шаров, они полетят сверху в самом конце, так... Вот так выглядит наша гримерка. Гримерка звезд. Большой эстрады. Актрисы Погорелова. Да, это я. Ну, хорошо живу, купаюсь в бассейне. Пью джуз. Оранжат. Я не пердел, честно, это диван. Просто кожаный диван издал такой звук. Джуз. Оранжат. Да-да. Прямо не выходя из бассейна. Да, я пукнул в камеру. Я ж Моргенштерн. Дискошар вообще топовый, конечно. Огромный. Прям как я. Кто не видел, вот посмотрите вот это видео. У нас начинается repeat. Кольцобус. Мы сегодня в клаб-клубе. Сегодня здесь нереальная вечеринка. Макар Грин, Настя Кош. Привет, веселки! У нас закончился чек, и мы идем в гримерку. Кто хочет поутюжить попытное платье? Тут у нас в гримерке есть вот такой холодильник, где все клеят свои наклеечки. У нас своего мерча еще нет, наклеек тоже. Но я совершенно случайно взял вот такие миленькие наклеечки с котиками. Сейчас кого-нибудь сюда приклеим. Наверное, приклеим вот этого лежачего котика. Он такой, пока что на чили, на расслабоне. Даже не знаю, куда бы нам его приклеить. Куда бы нам его приклеить? Даже не знаю. Ну, пускай это будет котик удовольствий. Такой вот чилит здесь. Смотрите, какой клёвый у нас браслет радужный. Перерывчик. Мы уже начинаем краситься и готовиться к выходу. Привет! Привет! Как тебя зовут? Аня. Откуда ты приехала? Из Архангельска. Аня приехала из Архангельска на meet and greet. И, к сожалению, ей надо улетать, поэтому мы ее принимаем сейчас! Окей, здорово, спасибо. Это от меня тебе тоже приветик. Спасибо! Ой, смотрите, как вас много! Полина, это что такое? Почему всего лишь 100 рублей? А сколько? Ну, $100 хотя бы. Ты такой большой пельмень. Минус Полина Буз. Толком вам не показал свою панаму. Вот она, посмотрите. Какая нереальная. Мы выходим скоро на сцену. Что-то мне плохо. Всем привет, товарищи артисты! Все, мы избавились от Макара, ура! Пахнет жареным, не криминальчиком. Я ее огромный не криминал.
очень вас много, вы такие крутые. Вообще, это так классно выглядит, вы все там у сцены. Видеть ваши глаза, руки, просто что-то невероятное. Вставляю кадры только, которые нам снимают, ребят, потому что одна песня за другой, влог снимать вообще не успеваем. Мы готовы жечь, сейчас у нас будет рок, дикий рок, Металлика. Не могла выйти в свет, потому что все не нравилось. Формула 1, погнали! Кто к нам пришел? Привет! Как тебе концерт? Супер, мне очень все понравилось, было мега круто просто. Ну конечно, ну конечно. Мы идем на meet and greet. И снова здравствуйте. Настю Кош затыкали. Что ты сказала? Это ты, крыса. Крыса! Это от нас Настей. Спасибо. Маман! Как тебе концерт? Кто-то продавал автографы за 500 рублей. Мои... Просто написали, ну, типа, Настя и типа Настя автограф, да, за 500 рублей. Настя Кош вообще рисует вообще-то. Ноги просто минуснулись. Уже клуб закрылся, уже нас ругают. Говорят, да уходите вы наконец-то. А мы все собираем подарки, которые вы нам подарили. Пытаемся упаковаться. Бушакер! Монстр! Буша, это вообще-то вода для цветов, а не для тебя. Я сажусь, Настя говорит, а что у тебя за ключ в кармане? А это ключ от гримерки. Теперь у нас своя гримерка в центре Москвы. Это подарки, это букеты. А это мы. Мы шипы. Такой классный концерт. Такие классные вы. Приходите на наши концерты. Они еще обязательно будут. Да, так что следите, подписывайтесь на наши соцсети. Спасибо, что посмотрели это видео. Слушайте новую песню «Счастье» на всех площадках. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А я вас ненавижу и не обнимаю. А я вас люблю. Пока! Чел минуснулся. Чуть-чуть не хватило. Всего лишь постельное белье осталось для гостей.